Всем привет! Сегодня я распакую Grandma 2 фейк. Приезжает она уже к нам не первый раз, но распаковать мне удается ее только сейчас, поскольку она не успевает доехать, а все время куда-то продается. Сейчас мы все-таки ее распакуем, узнаем, как она работает, и я вам отвечу, естественно, на одни и те же вопросы. Всем понятно, что есть разные фабрики в Китае, есть разные качества и разная цена, и, соответственно, работают они по-разному. Я отвечу вам на вопросы, как она работает, моторизированные фейдеры, не моторизированные, на Linux она не на Linux, и работает ли тайм-код и не работает. Ну и, в общем, мы посмотрим, как же она все-таки выглядит. Итак, давайте начнем. Итак, давайте начнем. Давайте вскроем эту коробочку. Ух, какая красота. Ну, это нам не нужно. Кнопочки, кнопочки. Бархат, бархат. Ну и самое красивое. Эх, Grandma 2. Красота. Посмотрим, что там внутри есть. Хочу сначала с аксессуаров начать. Эх, тяжелая штука. Так. Две лампы, ручка, флешка. Магнетические наклейки. Мануал. Пауэркон. Накрывашка. А вот это я даже не знаю, что это такое. Честно говоря, не помню. Сейчас откроем, посмотрим. А, я вспомнил, что это такое, но мне это не надо. Это мне для прошлой посылки прислали мне запчасти. Да, это мне не надо. Ну что же, он сказал, поехали. Так, ну давайте посмотрим немножко на корпус, да, как это выглядит. Что у нас есть, ну, в данном случае заказанная трехпиновая DMX. Может быть, это пятипиновым. Все это не важно. Разъемы для лампочек. Всем все это понятно. Включаем. Поехали. Ну, сразу хочу сказать, конечно же, это все Linux. Софт оригинальный. То есть, на самом деле, если взять флешку, сделать загрузочную флешку, скачать софт с официального сайта и перепрошить Машку, то это именно на этом девайсе не проблема. Софт реально оригинальный. Берешь сайта, перепрошиваешь, шьешь, все становится отлично. Пробовали много раз. Так. Эх. Поднимается. Опускается. Так. Ну что здесь? А, ну мы же должны же еще, да. Значит, версия 3.9.60.65. Ну, нам никто не мешает ее допрошить до повыше. По-моему, там есть еще новее есть. А давайте проверим фейдеры, как они у нас двигаются. Я ж ленивый человек. Поэтому вот шоу. Мы ж типа проверяем. Соответственно, давайте проверять честно. Это, наверное, моя флешка. А вот чекол хочу. Во! Это моя заготовка, это читерство мое. Я ж, ну, хотел показать, что да, фейдеры моторизированные, да, они работают. Ну, собственно, вот они работают. Так, что еще бы сделать? Ну, давайте какой-нибудь приборчик, что ли, подключим. Итак, да, в качестве испытуемого у нас там дергается уже башка, потому что она сошла с ума. Шучу. Everything off. Давайте все-таки, да, создадим новое шоу. И запачим эту бошечку. Как-нибудь. И убедимся, что все работает. Так, у меня патч на эту бошечку есть. Есть на флешкинами. Честно говоря, не помню, как она называется. А, вот так я ее назвал. 12-канальная эта штука. И она даже там встала в ноль. Фикчер. Один, плиз. Что здесь нужно сказать? Ну, хайлайт. К примеру, не хайлайт.
Соответственно, мы говорим тебе full. Говорим, что мы хотим какой-нибудь эффект. Всем все понятно, что как это все работает. Просто мы балуемся. Вот. Так. Вот ты моргаешь. Вот ты не моргаешь. Ну, давайте еще побалуемся, что там едет. Ну, вот штилт не нужен, да? Что с ним будет все так? Во. Ура. Там, пускай это будет 20 попугаев, 30 попугаев. И эта штука двигается от минус 50 до 50. А, будем считать, что меня это устраивает. Крым Стор. Сюда. Ура. И еще помимо этого хочу, не знаю, делать же мне нечего. Говорю, что едет ты. А фиг узнает, пускай там 300 попугаев. 100. Сюда. Так. Пасаин. Ты. Хочу, чтобы не гоу, хочу, чтобы флеш, по-моему, да? И говорим, что, к примеру, тебя мы запускаем, и ты еще начинаешь стробить. Ну, в общем, что? Фейдер работает, все работает. А, нам же еще тайм-код надо проверить. Действительно, забыл. Тайм-код давайте проверим. Для тайм-кода мы возьмем чудную коробочку миф и все проверим. Так, что мы делаем? Мы делаем большие циферки. Так, давайте пойдем за мифом. Так, идем по самому простому пути. У нас есть коробочка миф. Втыкаем в out. LTC in. На коробочке. Ген, да. Ну, 7 часов. Пошли циферки. А, блин, не люблю я так. Не люблю я так, что хоп, и все заработал. Ну, в общем, оно работает, что? Я обычно привык, что надо что-нибудь нажать, надо что-нибудь настроить, надо что-нибудь подкрутить. А оно тут взяло и все само и заработало. В общем, вот такой был маленький обзорчик. Теперь, я надеюсь, у многих людей гораздо меньше будет вопросов, как это выглядит, как это работает и насколько это похоже на оригинал. Ну, очень хорошо похоже. Всем спасибо, на связи. Увидимся в новых видео.